Девиз молодых специалистов «Алмаз-техмонтажа» – нужно не ждать, а действовать и самому делать жизнь интересней. В этом году коллектив предприятия пополнился 10 молодыми специалистами. Ровно настолько стало больше интересных идей. О секретах успешной работы совета предприятия рассказали съемочной группе наших коллег – молодые активисты «Алмаз-техмонтажа». Рома, Сергей, Сергей в лице Регины, да. Настроение у молодых специалистов «Алмаз-техмонтажа» отличное. Шутят, смеются, хотя все серьезно. И за столом для переговоров представители совета планируют дальнейшую работу. Это наша рабочая атмосфера. Мы как одна большая семья. И я счастлива, то, что я являюсь ее частью. Решаем проблемы, если какие-то проблемы возникают, либо если какие-то мероприятия у нас есть. Ну, там, в соцсетях мы у нас группа в WhatsApp, мы там списываемся. Совет – это сила, способная отстоять права молодых работников, считает Александр Пивоваров. В организации он состоит всего ничего, но уже делает успехи. Придя молодым специалистом, я получил поддержку своих старших товарищей. Они щедро делятся своими знаниями, поэтому мне легко и интересно работать. Они вместе создают общие интересные проекты, проводят различные конкурсы. Кстати, сегодня молодые специалисты АТМ готовятся к встрече с другими командами на брейн-ринге. Мы примем участие впервые. Сейчас готовимся, собираем команду и надеемся, что покажем хороший, достойный результат. Кроме развлекательных и спортивных праздников, совет молодых специалистов помогает работникам развить свои профессиональные навыки. У нас всегда есть поддержка со стороны старших товарищей, со стороны профсоюза «Профалмаз», со стороны нашего руководителя и первых замов. Это очень важно, потому что у нас, конечно, всегда много идей и хочется их исполнить в лучшем виде. Разукрасить жизнь в цвета радуги просто. Достаточно быть вместе одной командой, смотреть в одну сторону и делать одно дело, считают молодые специалисты «Алмаз-техмонтажа». Августа Степанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».